Сразу после церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» состоялось пленарное заседание высокого уровня. С докладом на нем выступил вице-премьер Госсовета КНР Джан Гаоли. По его словам, за 4 года более 100 стран и международных организаций поддержали или присоединились к китайской инициативе. КНР призывает укреплять политическое взаимодоверие, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять свободную торговлю, создать современные системы строительства инфраструктуры, инвестирование и финансирование, а также развивать культурные обмены между странами вдоль пояса и пути. Джан Гаоли заявил, что Китай продолжит реформу в сфере предложения и стимулирования роста внутреннего рынка, чтобы увеличить импульс для строительства одного пояса, одного пути. В ближайшие 5 лет Китай импортирует товаров на 8 триллионов долларов, примет иностранных инвестиций на 600 миллиардов долларов и сам вложит в другие страны 750 миллиардов. За это время китайские туристы совершат до 700 миллионов поездок за рубеж. Развитие Китая предлагает всему миру хорошие возможности.